Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Fairphone 3 сделать сброс сетевых настроек. В первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел «Система», дополнительно «Сброс настроек» и выбираем первую опцию «Сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth», и затем подтверждаем, нажав «Сбросить настройки», и затем «Да». И после этого все настройки сети будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!